Всем привет! Сегодня хотел бы вам рассказать о модели от Reebok. Модель представляет из себя туристические ботинки такие. Они заслуживают отдельного внимания по той простой причине, что в ней заложены основные такие все технологии. Все сделано наиболее грамотно. Сама модель очень комфортная. То есть на них уже когда-то я делал обзор, но в плохом качестве. Ну вот пока вот есть модель, решил немножко переснять. И если, конечно, где-то вы встречаете эту модель и ищете вариант себе на демисезон, такую небольшую зиму, не холодную, то присмотритесь именно к этой модели. Чисто мой совет. Сами ботинки по высоте немножко не дотягивают до ботинок и как бы между ботинками застряли и полуботинками. Сама модель называется Reebok Trailfighter GTX. Есть вторая модифицированная уже версия, называется Trailfighter Walking GTX. Но у них там никаких отличий особых нету, за счет просто отличия основное за счет небольшого утеплителя. То есть здесь идет утеплительная подкладка, а там идет утеплитель 200 грамм. Ну то есть та модель рассчитана на более такие уже температуры. И это именно модель где-то максимум от минус 10 до, наверное, плюс 10. То есть демисезон, слякоть, весна, осень, то есть вот такой план. Так, теперь расскажу о самой модели. По всему периметру идет Gore-Tex, здесь многослойный материал с специальными такими вставками в виде гладкой замши или велюра, короче, синтетическая замша здесь. Как бы идет усиление конструкции, все прошито, очень круто сделано. Спереди идет противоударный носок Toe Action, то есть плотный такой прорезиненный носок, проклеен. На батарею лучше такие не ставить, мокрые, потому что есть вариант, что отклеится. Но при соблюдении основных всех моментов по сушке, то есть никаких проблем не будет. Здесь идет такие вот синтетические вставки в виде логотипа. То есть здесь, видите, написано Gore-Tex, сам материал. Пятка очень жесткая, плотная такая. Хороший каркас здесь вставлен. Сама модель очень легкая. Очень мягкий язычок. Хорошо облегает ногу, когда завязываете эти ботинки. Очень плотные шнурки, небольшая перфорация на них. Такие вот шнурки. Наверное, конечно, здесь бы более уместны были более тонкие шнурки, чтобы не развязывались. Здесь периодически, конечно, развязывается за счет того, что шнурки очень толстые, но зато прочные. То есть вот такой вот момент. Обувь-то все-таки туристическая, трекинговая. Промежуточная подошва. Здесь идет из этиловинила ацетата. Стабилизинг фрейм идет. Технология специальная стабилизирует среднюю часть стопы и облегает по бокам. То есть идут такие небольшие стабилизаторы. Здесь такой вот подъем под среднюю часть стопы. Я думаю, видно, да, по подошве. Протектор здесь идет по технологии DMX Ride Plus, то есть подошва по этой технологии. Сам рисунок, ну, по мне, так один из самых грамотных рисунков, которые вообще существуют у фирмы Reebok. Почему? Да потому что здесь идут звездочки, и между ними хорошее такое расстояние. То есть если вы наступили на мокрый какой-нибудь снег, здесь ничего не забьется, и вы не будете проскальзывать.
То есть, если рисунок был бы более ближе к друг другу, эти звездочки, тогда бы все бы забивалось. То есть, протектор здесь идет такой, сказать, наверное, снежный. То есть, вот такой вот протектор для снега, для каких-нибудь таких, для грязи, для земли. То есть, идеальный вариант для туристической обуви. Так вот здесь вот все сделано прикольно. Здесь такой вот мягкие вставки. Хорошая износостойкая резина. Модель, говорю, очень легкая. При этом внутри все комфортно. Здесь такой вот логотип идет. Гортекс. Отлетел уже. Здесь по плотности, как я сказал, идет многослойный материал. Гортекс, подклад идет такой небольшой утеплительный. Так, сейчас посмотрим. Стелька здесь особое внимание заслуживает, так как очень плотная такая вот стелька по плотности. А видите, очень плотная стелька. Изотил-винилацетата, сверху такой подклад небольшой. То есть стелька сама антимикробная, амортизационная. Когда вы одеваете эту обувь, у вас нога просто проваливается туда, и очень-очень комфортно в них ходить. Внутри. Так вот все выглядит, прошито все. Там идет сверху матерчатый подклад еще поверх подошвы. Все прошито. Здесь все прошито по всему периметру. То есть по осени, по весне, да и по зиме. То есть зимой это не зимняя модель. То есть осень, весна, самый вот такой вот хороший вариант. По стоимости примерно около 6-6,5 тысяч эта модель стоит. То есть это модель более такого демисезонного плана. Если вторая версия, то есть там она оранжевым цветом идет с оранжевыми такими вставками, не красными, остальное все один в один. Там уже утеплитель помощнее идет. Там можно и там зиму захватить минус 10, минус 15. А здесь максимум минус 10, и то если с хорошими носками. У меня такие стоят в районе, ну, в зависимости от сезона, 2700-2900. Очень хорошая модель, говорю, если увидите и будете, ну, раздумывать, брать, не брать, обязательно купите. Оденьте сперва, и вы все поймете, думаю. То есть такой вот обзор. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.